В общем, контроллер на 48 вольт. Скорее всего, перепутали плюс с минусом, когда подключили уже все. Ну и прошло короткое замыкание по нему. Звонился и в одну, и в другую сторону с одинаковым сопротивлением. Точно такой же контроллер на другом устройстве звонился как диод. Ну и после того, как заменил транзистор, при прозвонке они стали идентичными. Ну, в общем, эта зараза сидела вот здесь. Итак, в общем, была переполюсовка, перепутали плюс и минус. Ну и выгорел транзистор. Транзистор я уже заказал, ждал с Алика его очень долго. В районе 2 месяцев. Но тем не менее он пришел. Теперь мы его впаяем на место. Еще заказал термопасту для силовых транзаков, мосфетов, которые откручиваются вот таким вот треугольником. Сейчас будем ремонтировать контроллер. Ну вот так вот они выглядят. Пришло 5 штучек. Так, но нам нужен один. Подогнуть ноги. Чуть-чуть. Возьмем немного флюса. Ну и на 290 паяльник. Ну и, соответственно, откусываем лишнее. И просматриваем, чтобы не было короткого на дорожках. Ну все, будем почищать. Ну и, собственно, будем собирать обратно. Предварительно намазал термопасту.
Теперь будет запасной контроллер.